Тяжело было представить тем, кто жил по этот бок железного занавеса, что он когда-нибудь закрушится. И когда стена упала, были надежды, мы мечтали, что развитие демократии в наших странах, улучшение ситуации с правами человека пойдет быстрыми темпами, но, к сожалению, мы не получили того, что хотели. Никто не думал, что переходный период будет проходить так долго и болезненно. Прошло уже 20 лет, это целое поколение выросло за это время, и на этом долгом пути есть жертвы. Наш конгресс посвящен памяти нашей коллеги, российской правозащитницы Натальи Стемировой, которая знала, что она может погибнуть, но тем не менее мужественно продолжала свою работу и была убита в прошлом году. Буквально вчера в Киргизии при столкновении с правительственными силами было убито более 60 человек, более 400 человек получили ранения. И мы сочувствуем нашим киргизским коллегам, которые находятся тут и которые сильно переживают за то, что происходит в их стране. На нашей конференции прошло 12 платформ по разным вопросам правосудия, и мы убедились в том, что отсутствие действенной национальной системы защиты прав человека, независимой судебной системы является характерной чертой для многих стран мира. И очень важной задачей является создание независимой бесторонней национальной системы защиты прав человека, которой должна являться национальное правосудие. В этом случае очень важное значение имеет политическая воля руководства стран, направленная на проведение правовой реформы, создание действенной, независимой, некоррумпированной судебной системы, а также других национальных институтов защиты прав человека. Однако во многих странах национальная система правосудия по вопросам защиты прав человека является малоэффективной ввиду крайней зависимости от властей. И очень часто судебная система используется не как инструмент защиты прав человека, а как инструмент подавления и борьбы с инакомыслящими. И в этой связи огромную роль приобретает международное правосудие, роль региональных систем защиты прав человека. Мне, как представителю Беларуси, европейской страны, которая находится в Европе географически, но находится также вне рамок европейской региональной системы защиты прав человека, Беларусь не является членом Совета Европы, мы не ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека и не признали компетенцию Европейского суда по правам человека. Граждане нашей страны не могут защитить себя на международном уровне. Беларусь не ратифицировала римский статут. В то же время, как механизмы защиты прав человека ООН и ОБСЕ, к сожалению, не являются настолько активными и действенными, как хотелось бы. Поэтому я особенно остро понимаю и ощущаю необходимость дальнейшего развития международного правосудия, которое...